Так, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня я продолжу копать тут большой штабик, тоже сделаю. Сейчас очищу все, просто стены такие большие построю до забора. Хочу до конца, короче, сделать двухэтажный такой, самый огромный дом будет, короче. Так что давайте начнем сразу работать.
вот что я построил. Итак, вот какой получился огромный штабель. Сколько тут метров, как теплиц, наверное, да? Тут теплица стояла раньше. 6 плюс 6, 12. Там плюс 7 примерно. Уже 19. Сейчас, наверное, залезу еще. Бля, туда бы залезть еще, конечно. Оп. Короче, вот там еще 4, получается 23. Вот здесь 8 метров. Даже нет, 10 до оттуда. 33 до оттуда, до забора. 11 метров. Гараж 10 метров. Где кирпич кончается, 10 метров. Короче, до ворот 10 метров. Вон там, вот так вот, до отсюда. Опять 8 метров идет. Туда поднимается. И там 10, примерно 7 метров. Хата, короче. Вот такой вот обзор получился. Ставьте лайки. Да ебать, высоко, конечно. Все, я пошел в враг. Всем до новых встреч.